Очень обидно, что я опять нашел вот человека из Конго, по-моему, да? Но он хороший. Ну как я могу его выгнать? Но он хороший. Он очень здорово бежит. Он очень здорово все понимает. Он техничный. Не могу я его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России. И на эту тему мы работаем все вместе в «Спартаке».